Так, мы теперь проигроки. Прошу о стажировку. Дженга, что ли? Ага. Нифига. Сломала. Свет выключила себе, чтобы пугаться. Пугаться. Опа. А тут свет сразу заработает, нифига себе. В отличие от твоей квартиры, да? Ой, ком... радио уже врубает. Иди сюда, наверх. Я в угодоночку. Сюда, псина. Как они быстро выдыхают. Меня это бестью моё. Чё, мать? Что там у тебя? Да, мне дверь закрыли. Я только начала открывать, мне ее сразу же чпок обратно. Так, двоечка. А так? Нет. Или нет? Уверена? Ты там уже заныкалась, я так погляжу. Да, и боюсь. Закройся. Нормально все? Да, все нормально. Он просто, наверное, дверку потрогал. Где я что трогал? Вот тут в этой комнате двоечка на уголке. Пи-пи. Вот тут вот, спидит его. Короче, видимо, мы нашли комнату, мне кажется. Это чё, кто трогал? Тут он закрыл. Не свети фонариком, подожди, выключи, я посмотрю. Всё. Нету отпечатков, короче, не вижу. Всё, петов тебе оставил. За то, что ору? Да. Я, короче, шкафы буду вещать, потом закроюсь, если нет. Он сказал. Сказал хай. О, супер. Я закрываюсь и сижу тут. Приветливый челик. Я боюсь. Пятерка. Опа, супер. Я уматываю. Ты немножко не в адеквате, чел. Я иду на второй этаж. Бу. Ой. А ты где? Бу. А, где тут нет? Что еще есть? Гнуть призрака, достичь рассудка низкого. Значит, таблетки не жрем. Сегодня да. Без таблеток. Сегодня свой Normal Pills не принимаем. О, лазерный проект. Увидел. Мираж. Мне нравится, Мираж, и ты играешь рок. Ну ок. Ладно. Тогда я пойду. Мистер Призрак. Всё, будем с ума сходить. А, кстати, да. Пошли там в кафе посидим. По АФКшу. Кстати, тут какое-то сообщение. Ну да. Какое? Я прячусь там, где руки держат на виду, а вода льется по команде. Руки держат на виду, а вода льется по команде. Типа раковина? Да, походу. Значит, интересно. Он какой-то из ванн. Расшифровка буквенной загадки. Теперь, когда вы отследили каждую букву, связанную с загадкой, связанных символов, у вас остались и Т, О, Н, П, и слева О, Х и П, справа. Сообщество фазмофобов считает, что они означают Point Hope и ссылаются на новую карту, которая скоро появится. Фигня какая-то. Если так и начнется, он нас сожрет, он сквозь стены ходить может. Ну, кто-нибудь обязательно выживет. Я ухожу отсюда. Ладно. Спецназовские выходим. Ты куда-то не туда ушла. Сейчас я подышу свежим воздухом, прежде чем забегу. Ой, ой. Атака. Пиля. Все, пипец. Все, пипец. Ты где? Пиля. На улице меня атакуют, что ли? Нет. У меня фонарик замигал. Сейчас тебя встречу. Снова атака. Блять. Иди ко мне. Ты где? Я еще снаружи, я не успела войти. Вот ты придумала. Давай, атакуй меня. Сквозь дверь. Давай. Сидим.
Не пердим. Не пердим. А где... Ты кости не собирала, кстати? Не, песни поет. Какой же он тварь. Это он нашу дверь закрыл? Ё-моё. Музыкант. Дядя, успокойтесь. Идет. Пипец. Это бай. Он забайтил. А я зажмурилась. О, ходит. А теперь точно надо жмуриться. Он так близко. Он так близко. Что почему? Офигеть! Он скребет своим тесаком. Ты уверена, что не по твоей голове? Я послышала, чтобы он ходил и постанал маленько. Короче, реально какой-то скрежет был. Офигеть. Я такое впервые слышу. У нас уже галлюцинации, мы ёбнутые. Мы, кстати, задачу выполнили, но я теперь выходить боюсь. А ты благовоние не брала же, да? Взяла. С зажигалкой? Да. Если он на нас пойдет, его можно отпугнуть, и его вроде на какое-то время застанет. Mm-hmm. И тогда можно будет... Ты слышишь это? Да, да, я слышу это. Я умерла. Я выбираюсь. Как выйти? Ну, тварь, конечно. Как выйти? Дверь он закрыл тебя, наверное. Да вообще, тварина. Я спаслась. Пипец. Я сожгла. Почему я? Какая же он мразь. В крысу напал, он даже не сказал. Да. Ну, как бы очевидно, что он тварь. Так и запишем. Я его не уважаю. Я просто стажер, я играю в мячик. Он. Слабый пол называется. Ой, зачитерилась. Кинула один раз, а попала два. 14. Ладно. Открыли мне. Тебя че? Чего в смысле? Потрогал? Потрогал меня. Ща, прибегу. Вот как. Да, где? Где трогали, показывай, да? Да, показывай, где трогали. Это что? Проверять на коронавирус? Первый раз и во второй раз в активности, то где-то вот тут, наверное, он находится, где я стою. Пробежал. О, супер, замечательно, это прекрасно. Так, лазерный проектор. Ты куда побежала? Мне там комфортнее. Призрак, споешь мне Cupid AI cover? Блять, минуса нет. Нету минусовки? Блин, тогда не споет. Но мне нечем. А где я МП просрала? Лошадка. Авимбаве. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Чувствую, это будет очень противный заход, потому что мы будем долго гадать, кто это. Tell me you. Tell me. Призрачный. Пятипанин. Happy. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стивен. Happy. Мы тебе тут поем, а тебе все равно. Закрыть блокнот. Тун-т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 ун-
Эй! Вот! Было бы здорово, если бы я такая, типа, эй! И он мне начинает что-нибудь отвечать. Я такая, вот! Активность у него низкая. Опа! Понятно. Я только вышла.
ходит, ходит. Мне кажется, он сейчас ко мне придет, потому что я выбросила случайно эту фигню, и я не посмею взять в руки. Не-не-не, не трогай, не трогай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, молния. Наболталась, мне хватило. Здрасте. Здравствуйте. Как это сегодня закрывать? С вами телеведущая, Beach Girlfriend и Богомол. Чё ты руки свои распускаешь? Не надо, дядя. Иди отсюда. Опа. Чё? Включай. Чё нафиг? Сколько там было? Ой. Сколько там на МП? Ой, а! Закрывай. Сколько там на МП? Я не увидела. Вряд ли много. Не иди сюда, тварь. Идет. Побежала, побежала. Я ускорился. Вроде и 4 показал, но не факт, что там не может быть 5. Вот тут такая неопределенность вечно. Какие они противные, ё-моё. Короче, это не Йокай точно, потому что он тебя игнорил жестко. Зацени витбокс. Он на меня шикнул, не понравилось. Ой, бежит, ногами перебирает. А он рядом? Он у меня в левом ухе. Чё думаешь? Очень противная фигня, я откажу тебе. А, короче, он, наоборот, со временем, типа, стал агрессивнее, то есть не как ТС себя ведет, ТС слабнет со временем. Угу. А, значит, допустим, мы его уберем. Где эти духи? У нас остались Юрей и Банши. Нас никого не таргетят. Эй. Возможно, Юрей. Ну, мы минусовой температуры вообще не ощутили. Да, там нет минуса. Я прям все вокруг обошла, не увидела. Обогревание мы просрали. У меня еще одно есть. Я боюсь им пользоваться. Вот она. Йогу делает. Ой-ой-ой. Это атака? Или просто прекол? Забайтил, скорее всего. Нет, не забайтил, он реально. Пипец мне. Убегаю. Беги. Я спугнула призрака при помощи благовония, когда он преследует жертву. Класс, теперь открой. Я тебя спасла. Беги куда-нибудь, дверь тебе не откроют. Но почему-то только одно задание засчиталось. А! Закройся! Блять! Это чё? Мне тут эту... палатку открывают. Тебе тоже? Нет, я свою-то закрыть не могла. Она опять атакует. Бля. Посудок нам похавал, и все, и пошел гунянить. Я заныкаюсь в туалете. Уютненько, обед. Я не умру в туалете. Походу умру все-таки в туалете. Но он как-то подозрительно ускоряется, меня это напрягает. Научпок какой-то. Короче, я рискую своей жизнью. Закричит она или нет? Она не закричала. Умерла? Да. Бля. Я умру за тебя. Брат. Капец, а это я? Короче. Я на картонах. Ты вообще четкая. Балась. Может, это Банши. Может, она тебя съела. Она же только тебя в основном байтила. Слышу. Ну, два случая это не показатель, конечно, но имеет смысл. Я уже сейчас на все готова. Смешная такая. Полуприседом бежишь. Друзья с меня тоже ржут, как я на этих на картонах гоняю.
Короче, выбирай, кого хочешь. Я поеду сейчас отсюда. Я не готова. Короче, банши. Э, нет, Юрей. Банши не верю. So, let's go. Let's go. Тарайди. Где твое 5 МП, скотина? 15 баксов. Большой куш сорвали. Следите за словами, призраки вас слышат. Я не буду фильтровать базар. Водой холодная, большие бочки. Ой-ой-ой, ой-ой. Паника. Все. Я чувствую себя как дома. Ты где? Вот это нам надо. Минус 10. Ёбан. Все, мы нашли ее спальню. Может, можете продолжать ваш сеанс. Ringo, Ringo roses, whoever gets the closest. Отищу, we all fall down. Повтори за мной. Весь стишок. Я знаю, что кто-то может так делать. Я сейчас начну ей свои фанфики читать. Тебя убьют нафиг. Да. А нашу перецай на Аль-Хайтам. Ничего, я могу прочитать чужой с этим пейрингом. Как мило. Так, атакует. Что? Нет. Нет? Mm-mm. Атака. Уф, трогает. Вообще трогать будет. Сейчас и жопу трогать будет. Жизнь Сайна была достаточно одинока. Быть генералом полиции тяжело, никто не спорит. И он в полном сознании невыносимости такой роли согласился на пост. И он думал, что... Не понравилось. Он из комнаты убежал. О. Он вышел нахуй из комнаты. Говорит, не говори мне тут фигню свою. Быть генералом... Так, погоди, я... Рыкнул на тебя. Ему не нравится фанфик. По Сайнари. Я это запомню. Значит, Сайнари тебе не читается, окей. Просто дженовый фанфик читать будем. Кринж. Ой. Рубай. Но ему не нравится, что мы у него на хате сидим так нагло. О, Ringo, Ringo Roses. Ну так что тебе джиновые фанфики подожди. Читать? Подожди! Блядь, ёбаный пиздец, почему красная комната? Ты видела? Я увидела, что мигнула красным. Почему? Я такого не видела ни разу. Окей, давай я тебе буду читать Шекспира. Пожалуйста, не читай, я выхожу. Всё. Ладно, я молчу. Я не буду ничего читать. МП4 только. Оно меня бесит. МТ. Она мне на нервы действует. А ты знаешь, как действуешь? Ты вообще бесишь. Ее комната что-то сюда приперла свои эти рассказывать. Читаю фанфики с чужого шкафа и удивляюсь, почему меня ненавидят. Это что, блокнот она кинула, что ли? Походу, да. Я слышала, что она что-то кинула. Ей очень не понравилось. Она вообще ненавидит литературу. Она сейчас стояла на четвереньках и башкой крутила, как при тверке. Тупая малолетка, тверкает, или книги не читает. Офигеть, она байтит вообще жестко. Это, скорее всего, это... Они. Потому что она всеми силами пытается тебя напугать и выгнать нафиг. Mm. Так, вот сейчас атака. Да, атака. Вроде. Значит, Они. Я не знаю. Двери — это основное оружие Юрея против игроков.
Если перед вами призрак, который очень часто взаимодействует с дверьми, перед вами может быть Юрей. Кстати, он свою дверь часто лапал. Да, он сейчас мне как чем-то железным пощупал. Наверное, он открывает другую эту. Погоди, он у меня открыл. Она меня заколебала, она трогает мою дверь уже. Тебе надо как-то отсюда выбираться, ты в курсе? Я понимаю. Я не понимаю, как. По-спецназовски быстро, оперативно. Комнатка. Я смотрю за активностью. Пока все нормально. Это в основном, короче, он тебя только байтит. Наверное, дождусь ее следующей атаки. И после нее так, сразу хорошо. Побегу. Атака. Угу. Так, свяжусь поудобнее. Я будет месиво. Я скажу, когда закончится. Как только так сразу. Все, закончилась атака. Кибро, я свечу фонариком. Ура, победа! И сожгу все боговония. Но опять же, смотри, я призрачного не вижу огонька. Вообще. Да фиг с ним. Че куришь тут? Выкурила две сигареты разом. Все, давай, собирай вещички. Да все, короче, похуй, поехали отсюда. Нихуя не нашли, посидели, побесили призрака. И ушли. Нахуй. Это Лони мы пососали. Вот ты можешь блокнот посмотреть у него там? Нет, не могу. Быстро. А где он у него? Я пошла обратно. Я пошла обратно. Атака. Ёбнутый. Да, не могу так жить постоянно в стрессе. На работе. Думала, работа мечты, это такая нервотрепка. Призраки, твари. Жёсткий ФНАФ. Начальство, твари. Все твари. Ты где? Я жестко выглядываю. Нифига у тебя тут. Чё б не втыкала. Блять. Да пизда. Убил? Да. Ну, зато открой дверь мне. Блокнот пустой вроде. Он перевернутый, он его перевернул. Я не вижу, написано там или нет. Тварь. Получается, мне теперь надо идти проверять. Спасибо. Давай, иди работай. Ой, атака. Я побежала. Прям атака? Где? Да. Я, короче, спряталась у себя в гараже, где обычно живу. Теперь это мой дом. Брат. Как его там класть? Хортс написал. Написал! Офигеть, у меня шерсть дыбом. Шерсть дыбом, прикинь. Ой, ему больно, бедный. А то, что я теперь сюда, это ничего, да? Ну, давай представим, что у нас будто бы было МП 5 уровня. Сейчас курю. Все. Я ЗОЖ, также я. После катки космофобия. Да. Что? Ну ладно. Хорошо. Страховку выплатили. Я удаляю эту игру.